Ну, я не знаю, наверное, вы совершенно зря у военного спрашиваете про то, что происходит с коллаборантами, потому что лучше с ними будете разбираться вы. Вам близка все-таки хоть какая-то гуманность, и вы им дадите хороший тюремный срок. Потому что я бы, конечно, тех, кто работает с врагом, и тех, кто прямо или косвенно виноват в убийствах украинцев, будь они в военной форме или это мирные, я бы и живыми никого не оставлял, конечно. Поэтому с военными тут лучше не советоваться, у нас отношение однозначное. Всех этих подонков лучше вы с ними разберитесь, потому что мы с ними разберемся, у нас один сценарий. Ну і зокрема про сценарії, як власне розбирається із колаборантами у розвідці, наші підтвердили факт вибуху автомобіля колишнього слуги народу Олексія Ковальова на окупованій тимчасово Херсонщині. Це сталося ось буквально кілька днів тому. В якому стані перебуває колаборанта-зрадник, допоки з'ясовують, повідомив начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. Раніше джерела низки ЗМІ у правоохоронних органах спростували інформацію саме про смерть чоловіка. Тим часом російські пропагандистські телеканали поширюють новину про поранення бургомістра Чорнобаївки Юрія Турольова, а самі ж херсонці підтверджують, що в лікарні опинився гауляйтер Кирило Стримоусов, нібито із серцевим нападом. Ну і так само сьогодні навіть бачили інформацію про те, що наш підпільний рух, наші партизани працюють, і ще навіть був момент із одним колаборантом на тимчасово окупованій Херсонщині. Точно інформацію не знаємо, чи вдалося йому вижити. Однак, як ви оціните загалом наш партизанський рух, зокрема на півдні України? Це, так би мовити, наш південь осередок нашого руху такого підпільного? Чи які б міста не перебували під тимчасовою окупацією, завжди у нас у різних містах є люди, які, зважаючи на навіть небезпеку, яка їм загрожує, продовжували б ось вчиняти і діяти на благо нашій армії і нашій Україні? Ну, это же телеканал «Апостроф», здесь говорят правду, хорошая она или плохая, поэтому давайте, да, действительно, я скажу кусочек правды. Работают не столько партизаны, работают больше так называемые наш спецназ, наши спецура, силы спецопераций. Они работают и в Херсоне, они работают и на Луганщине, они работают на Харьковщине, в районе Изюма. Наш спецназ забирается в тыл врага и действительно выбивает знаковые фигуры. Это временная необходимость, это больше для того, чтобы они видели, что с ними будет. Когда мы туда зайдем, а мы туда зайдем обязательно, все эти Стримоусовы, Тулевы и этот народный депутат, который перешел на их сторону, все они ответят перед законом, и им стоит молиться либо о том, чтобы добежать до Ростова, либо о том, чтобы быстро попасть в плен к безбройным силам Украины. А ни в коем случае ни к добровольцам, ни к добробатам, потому что там с ними разговаривать не будут. Само по себе сообщение о смерти этого депутата вызывает немножко сомнений, ну просто потому что я не верю, что он ездил на Ланосе. Он очень богатый человек, я думаю, ездил бы на другой машине. Но так или иначе, умрет он сегодня или послезавтра, когда придут украинские войска в Херсон, так или иначе его участь предрешена. Простите, но мы немножко разозлились.